Ой! Вау! Вау! Какие соперники у нас! А, это когда он без рейтинг играет, просто так попадается. Что это норм? Пожалуйста, только не газ. Пожалуйста, только не газ. Ой, как же это отвратительно. Он будет подсматривать теперь со мной. Да нет алгоритма, это говорю, это он без рейтинга играет. Ну кто отправляет на третью базу себе овера? Тебе ж надо за липером следить. Давай, спайн кроулеру. Ох, стрим лагает? Без понятия, если честно, вроде нет, у меня написано все окей. Ой, 4700 зерк, как его победить? Во, вот как-то так они должны строиться. Я просто точно знаю, что они идут с какой-то типа легенькой задержечкой. И все, и ты в итоге приходишь, делаешь первый барак. Потом вот этот КСМч даже не достраивается, мы делаем второй барак. И вот КСМч приходит, смотрите, смотрите, он подбегает, у нас накапливается 150. И мы делаем третий барак. Вот это вот правильный билдос у нас получился. Давайте настроим здесь защитку. Еще одну пробочку. Это скал после пилона. Мы сразу пойдем прессинговать. Не будем дожидаться, как говорится, у моря погоды. Да,
광물 대출은 불가능합니다. 자, 다들 뭔 일 있어요? 이번엔 확실하겠지. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 야, 빨리 빨리. 한판 붙어볼까, 애송이. 알았습니다. 자, 다들 이번엔 확실하겠지. 기다리고 있어. 능력을 내리실 겁니다. 오이오이오이오이오이. 광물 대출은 불가능합니다. 광물이 부족합니다. Не заслужил, как говорится. 자, 나는 그렇지. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 이번에 확실하겠지. 다음은 누구? 기다리고 있었어. 진짜! 오이! Спрашивай раз. Не, я никогда ничего вообще в чат особо не пишу. Я не люблю Enter жать. Просто не люблю. Поэтому как-нибудь обойдемся без этих вопросов. Думаю, мы так или иначе сейчас это все узнаем. Пангмури, пужокамнида. Пангмури, течурин, пульганамнида. Пангмури, омнанде, чакку, илмен, шикилео. F2 всегда. Да, то есть это единственный билд, который я знаю, для которого... Ну прям не важна вообще раса. Причем на любом уровне достаточно. Да, вот он билд. Не, у него стеночка жесточайшая. Ух! 3-2-2 на таймере. Хаткин мародера забыл. Да, может Nexus решил побустить или еще что-нибудь там более полезное. Слушайте, еще один разведыватель после пилона. Че они такие жесткие? Вот ему сейчас важно вот здесь помекрить, наверное, ПМа слишком много.
Вот сто пудов, да, смотрите, у него сейчас дома все так хорошо, что он там позволяет себе помикрить там пробочку эту. Что-то поделать. Да, Нексусы строятся. Кибернетку не построил, зато мне похарасить надо было. Не дать соплайку.